нашли. Выбрали фотографию, загрузили фотографию. Ждем, пока отправят на сервер. Фотолаб отправилась на сервер, фотография загрузилась. Выбираем фильтр. Фильтр зомби. Применить размытие. Применили размытие. Расшарить Facebook. Нажимаем расшарить, открывается ссылка. Расшаривание. Вводим человека, который указан, ну, отметить фотографии человека, поделиться в своей хронике и поделиться. Доступна всем на Facebook. На Фейсбуке она... Да, все, теперь можно закрыть эту вкладку. И человек увидит эту запись, ему придет сообщение, после чего он может выполнить действие «Отомстить». И когда он нажимает «Отомстить», то он переходит на эту вкладку. Это квиз и, например, выбирает зомби. Вот. Дальше он загружает свою фотографию уже, ну там, своей жертвы, друга. Ну и там дальше, в общем, происходит то же самое. Все.